Всем привет, автосалон Audi. Давайте посмотрим, что вообще в салоне осталось. Поставок, естественно, нет. Вот все эти машины, что у них есть. И то из этих, вот, что в салоне присутствует, половина машин с пробегом. Пробеги разные, но в основном небольшие. Даже, возможно, какая-то часть машин была раньше тестовых. То есть вот здесь у них раньше было просто, ну, офигеть, сколько машин тестовых. Вот осталось всего 4. Что, давайте смотреть Q5 Sportback, такая вот колесница, да, Властелин колец. Ну, тут, наверное, просто мы походим и не будем все перечислять, вот, как всегда, все на высоте, просто посмотрим, какие сейчас цены. Давайте смотреть Audi Q5, мощность 249 лошадок, 370 ньютона-метров, максималка 240, 6,3 разгон до сотни. Ну и вот, стоимость машины 8600. Потом тут еще кредит, полная стоимость кредита 5 887 772, 36 месяцев кредит, размер кредита 4 561 000. Ну, то есть вот так. А сама машина стоит 8 600 000 без всяких вот этих вот скидок и все остальное. Ну, то есть вот как хотите. Ну, давайте просто так заглянем в салон, если открыто, и все, не будем не садиться, просто окинем, все называется, взглядом. Видите, как ручка у нас вверх поднимается. Вот так вот все смотрится. Салон комбинированный. Ну и вот так. Такой скромный экранчик. Но, видимо, больше не хотят. Запах вот этот новой немецкой машины. Это просто капец, как мне нравится вообще. Ну и вот, что здесь. Патра, все такое. Видите, как. Ну что, идем дальше. Тут у нас шторочка, или что это, ну да, беспроводная зарядка, вот так все, еще один экранчик здесь для климат-контроля. Ну что, давайте идти дальше смотреть, здесь написано Germany, опять же, Volkswagen, появилась информация о том, что Volkswagen хочет перенести производство из Германии, там где-то в Бельгию, Португалию либо Испанию. Вот почему, потому что, значит, газа нету, а туда все-таки газ поставляется, вот эти порты, в эти стран жиженый газ, да. Ну и, соответственно, таким образом, там, если производство разместить, то пусть газ хоть и дорогой, но он там будет де-факто уже физически. Соответственно, сами понимаете, да, все это, если туда переместить, все это будет дороже намного. Так, старт, engine stop. Ну, такой вот салончик. Здесь уже, видите, у нас светлый такой потолок. Тоже так прикольно все. Ну и сами понимаете, да, что если все это перенесут производство из Германии, то в Германии, получается, будет что? Безработица, да? То есть люди останутся без работы, а это сотни тысяч людей. Но не знаю, что, к чему все это придет. Audi Q7, здесь 49 лошадей. 14 миллионов стоит машина, 600 ньютона-метров. Ну, то есть, да, цены космические, 14 миллионов рублей. Q7, Quattro. Идем дальше. Вы купили машину, откатали 14 тысяч, и вот уже на горизонте маячит ТО. И сразу куча вопросов. Как сэкономить? Как не слететь с гарантии? Где проходить? Чтобы не терять время на поиск наиболее выгодного предложения у официальных дилеров для прохождения ТО на вашем автомобиле, просто воспользуйтесь сайтом автоспот.ру. Ничего сложного тут нет. Выбираете марку своего авто, модель, модификацию и какое ТО будете проходить. Открывается карта, и сразу видны все официальные дилеры. Вам остается только выбрать, где дешевле, и записаться. Так как дилеры официальные, с гарантией у вас будет все в полном порядке. С Автоспот вы сэкономите и свои деньги, и время. Ссылку для записи на ТО оставил в описании. Сэкономил сам, помоги сэкономить другу. Поделись ссылкой. Вот у нас пошли автомобили с пробегом. Давайте посмотрим, сколько здесь пробега. Audi A6, 21 год. Мощность 245 лошадок, привод полный. Максималка 240, пробег 8381 километр. Стоит эта машина 21 года с таким пробегом 6 390 000 рублей, то есть пробег 8 почти с половиной, да, и все равно цена 6 390 000. Вот, не знаю, то есть
полноприводная машина, а так как их дефицит, то, возможно, кто-то идет, придет и купит, да, резиновые пирели, как думаете, и купят. Посмотрим, если открыто, насколько салон ушатан, если так можно сказать. Ну, естественно, тут все натерли, все красиво, все блестит. И не скажешь, что машина была в владении. Хотя я же повторяю, что возможно здесь большая часть машин закрылась после тестов. Поэтому как-то так, поэтому такие, может быть, эти пробеги не очень большие. Вот у нас еще Audi резина Michelin. Тут смотрите. 225-55 R18. И тоже машина с пробегом написано. Давайте смотреть. Audi A6 21 год. Здесь 45 лошадок. 5880 стоит машина. Ну вот такие вот дела. И пробег 9300 километров. Идем дальше. Серия S-Line. Огромные такие колеса Audi. 285-40 R22. Ну вот так вот. Не меньше. Резина Hankook. В салон не будем же заглядывать. Давайте просто посмотрим, сколько стоит такая машина. А цена машины Audi Q8. 340 лошадок, 500 ньютон-метров. 16 миллионов стоит машина. Ну, короче, вот все. Одеваем шлемы, полетели в космос, да? Вот еще, смотрите, у нас такой белоснежный лайнер. Прикольные такие диски, тоже с лайн-линией. Смотрим, Audi Q8, 20-й год. 249 лошадок, 600 ньютон-метров. Пробег 9942 километра. 11 миллионов 650 тысяч рублей стоит вот этот автомобиль. Но тоже его намыли, видите, как все натерли красиво. Ну и вот, соответственно, вот так вот он и выглядит. Идем дальше. Тоже белая машинка, но уже поменьше. Ну, диски такие на любителя, если честно. Давайте посмотрим, что здесь. Закрыто. Ну ладно, смотрим, сколько стоит машина. Такой вот Q5. Ну что, смотрим. Все присутствует. И датчики парковки, смотрим. 249 лошадок, 370 ньютон-метров. Стоимость машины 7 миллионов 200 тысяч. Это у нас, понимаете, без пробега. Новая машина. Ну да, про пробег ничего здесь не указано. Ну вот, новая машина стоит вот это 7200, Audi Q5. Вот смотрите, А4. Вот это, я так понял, они сказали, что из последних поставок все. Вот после этой машины как обрубило. Тоже видите, у нас здесь такой шильдик. Смотрим, ну вот так вот сюда смотрит, А4. Смотрим, ну она новая, 150 лошадей. И вот 5 миллионов 480 тысяч рублей стоит машина такая. Собственно, что у нас осталось еще? Вот это. Давайте посмотрим. И все. И все машинки мы с вами обошли. А третья 21 года. 150 лошадей, 250 ньютон-метров. Пробег 2167 километров. Ну и, собственно, вот стоимость автомобиля 3 миллиона 590 тысяч рублей. Вот, собственно, вот такие вот цены. Пишите, комментируйте, подписывайтесь. Всем пока, счастливо.